Итак, ребята, плюсы и минусы автобуса, самолета и поезда, и по ценам. Если брать самолет, цена билета, ну, минимальная 6000. Минусы. Я не люблю, когда меня начинают шмонать. Ну и время ожидания. По времени где-то занимают примерно на все процедуры, начиная с такси и заканчивая уже прилетом домой, где-то 5 часов на самолет. Если ничего не брать, там ни обеда, ни ужина, то вполне нормально. 6000 адекватная цена. Поезд. Цена билета, плацкарт, 3600. Время, сутки, 5 часов. От Уфы до Москвы и обратно. Еда. Если не брать с собой, то один заход в вагон-ресторан у нас стоит 1100-1300. Таких заходов можно сделать 2-3, и у тебя по сумме получается уже вместе как билет на самолет. Плюс тебя меньше шмонают. Вот это только плюс. И ты можешь с собой взять, ну, достаточно внушительный набор вещей без дополнительной платы. Так как на самолет 6 килограмм ограничения, ручная кладь. Дальше ты уже оплачиваешь в 2 раза больше. Вот это большой минус самолета. Автобус. Билет сейчас стоит 2800. Плюс, конечно, это кайф смотреть города, где ты останавливаешься гулять. Минус. Постоянно сидишь. По цене вопроса, если обедать в каждой точке остановки, то это уходит 500 рублей. Останавливаются где-то каждые 4 часа. Ну, по тратам 2800 плюс 2,5-3 уходит на еду. Получается, лучше взять билет самый минимальный на самолет. Ну, смотря еще, что, какие вещи ты берешь. Вот как-то так.